Настройка этого регулятора температуры у Татьяны занимает не более 3 минут. Все дело в практике. Рассказывает, что подобные приборы собирает уже 7 лет. Это как конструктор, но несмотря на кажущуюся простоту задачи, работа очень ответственная. Я стараюсь подходить к ней очень ответственно, потому что осознаю важность наших приборов. Потому что от наших приборов это зависит, мне кажется, даже жизнь людей, потому что они участвуют в процессах разных заводов и разных предприятий. Ежедневно Татьяна собирает от 30 до 70 подобных приборов. Применяются они везде, где необходимо управлять температурой. В Прикамье их производит единственное предприятие – системы контроля. И снабжает ими всю Россию. Вот в такой вот небольшой коробочке разместился целый мозг технологического процесса. Этот тепловой регулятор может совершать 24 действия одновременно. Все зависит от того, на каком заводе он будет использоваться. Спектр достаточно большой. Например, от управления процессом теплообработки сплава до выпечки хлеба. Мы их можем использовать как в домашних целях, вот у себя дома, да, так и на очень сложных технологических процессах огромных производств. Если взять, например, вакууметр, то это просто уникальный прибор, которых аналогов в России практически нету. В месяц предприятие выпускает более 1000 приборов. За последнее время спрос существенно вырос, поэтому мощности пришлось увеличивать. Так буквально 3 месяца назад открыли новый корпус под 2 цеха. Появление нового корпуса нам позволило оптимизировать процессы сборки, настройки. То есть мы практически без увеличения штата сотрудников можем позволить себе увеличить количество выпускаемой продукции. В итоге объем производства вырос на 30%. В планах увеличить мощности еще, закупить новые станки, расширить коллектив, пригласив молодых специалистов. Главное, чтобы был спрос, а предложение будет, говорят в компании. Готовы обеспечить системами контроля любое предприятие страны. Андрей Голдрев, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта».